Друзья, приветствую вас. Сегодня хочу поделиться с вами секретом и показать вам беспроигрышный вариант, как можно всегда с минимальными потерями и с минимальными усилиями зарабатывать на фондовом рынке, в частности на акциях. Буду я это показывать на примере котировок акций Facebook. Я думаю, всем вам известна эта компания, всемирно известная социальная сеть, которая давно уже не просто социальная сеть, а компания Facebook также выходит на рынок криптовалюты и даже виртуальной реальности, в которой в скором времени, по последним новостям, она будет показывать рекламу во время игр, за счет чего ее выручка еще больше вырастет. Так, в чем же заключается моя стратегия? Стратегия-то называется «выкупай провал», то есть, когда акции будут проседать, мы будем докупаться на определенную сумму. Так, первый момент, мы будем докупать акции. Давайте сразу рассмотрим на примере. Вот возьмем 17-й год. Акции у нас растут. Пока они растут, мы, второй момент, регулярно, каждый месяц покупаем акции по любой цене, неважно, где они находятся, на максимальных значениях, немножко корректируются или находятся в боковом движении, мы их покупаем себе в портфель. Дальше идет рост продолжается, после чего мы покупаем каждый месяц на определенную сумму, допустим, возьмем 1000 рублей, то есть каждый месяц мы покупаем на 1000 рублей, после чего происходит коррекция. Если коррекция происходит более чем на 5 или тем более на 10%, мы докупаем еще на 1000 рублей, неважно, прошел месяц или не прошел, мы докупаемся. Акция отросла, снова коррекция, снова покупаем еще на 1000 рублей. За счет этого у нас средняя цена покупки получается очень хорошей, то есть где-то вот в этом районе, в любом случае ниже, чем нынешняя цена. После чего акции, конечно же, за счет того, что компания зарабатывает отличные деньги, пойдут вверх, и мы с вами заработаем. Плюс ко всему, за это время мы с вами успели накопить неплохую позицию, так как покупали даже во время просадки. Чем еще хорош этот способ? Тем, что если вы будете, обратите внимание, покупать каждый провал, каждую просадку акций, а также регулярно инвестировать и покупать каждый месяц на определенную сумму, акции в перспективе всегда после коррекции обновляют свои исторические максимумы. Порой превосходит их на несколько десятков процентов. Друзья, я им сегодня показал самый простой способ, как можно инвестировать и как нужно инвестировать, если вы только пришли на фондовый рынок, у вас нету никаких абсолютно знаний, и вы хотите какие-то деньги зарабатывать и иметь нормальную доходность, ну, как минимум выше банковского депозита, который на данный момент составляет 4,5%. И уж поверьте, на фондовом рынке сделать 10 или 12% в пассивном режиме грамотно и инвестируя по стратегии какой-либо, эти проценты можно сделать очень легко. Так что подписывайтесь на канал, дальше будет больше, много полезной информации, которая сделает вас лучше и прокачает ваши навыки в инвестициях. И увидимся в следующем видео.